Несмотря на попытки перевоспитать пьяных водителей, жители Молдовы продолжают садиться за руль в нетрезвом виде, подвергая опасности других. Об этом свидетельствует статистика. Только с января по октябрь поймали почти 5000 шоферов под шофе. Свыше 250 таких увеселительных поездок закончились тяжелыми авариями. Отмечу, у пьяных автовладельцев изымают водительские права, и чтобы восстановить их, они заново проходят обучение и даже посещают морг. Astăzi, la 10 luni, dacă facem o comparație între 2020 și 2019, avem o creștere cu circa 13% a cazurilor de depistare în stare de ebrietate. Dacă facem o analiză a cifrelor soldate, a accidentelor rutiere, unde avem angrenați șoferi care erau în stare de ebrietate, aici avem o ușoară creștere, adică, dacă ne uităm așa, circa cu 4% mai multe soldate cu deces. Напомним, в 2018 году был принят пакет антиалкогольных законов, согласно которому нетрезвых водителей лишают водительских прав, а для их восстановления они обязаны пройти реабилитационную программу – 12 занятий, которая к тому же и платная. Ее разработали на основе европейских практик перевоспитания автовладельцев, употребляющих за рулем. Программа «Пробационал» есть программа контраплата. Ее конституция сумма 4000 лей. Noi am avut am trecut încasări circa de 840.000 de lei și în acest an până la 1.200.000. За исправлением своих ошибок мы застали 9 водителей. С ними проводила разъяснительную беседу психолог и логопед Института скорой помощи Корнелия Бадорин. Она показала горе автовладельцам видеоролики, которые показали, насколько долгим и трудным является путь к выздоровлению пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Давай еще раз. Ты слушай. И пой вместе со мной, хорошо? Уроки предназначены для того, чтобы водители осознали, насколько серьезными и даже трагичными могут быть последствия вождения в нетрезвом виде. Паркурсу нормал ал вети, пати фи деструс интро секунда. Ей вед, ной анализем казу, ле эксплик дуар че ечи фак. Кум фак? Симплу, ле демонстрез. Și rezultatul este unul foarte, foarte bun. Să știți că lucrează și așa program este foarte, foarte util, deoarece mare majoritate ies de aici cu concluzia că este grav, este strașnic și îmi pare rău de ceea ce am făcut, nu voi mai face. И действительно, водители в конце концов сожалеют, что алкоголь заставил их зайти так далеко. Am servit la volan și a fost, am rămas fără permis. Când s-a întâmplat asta? 2 ani în urmă. Cât ați servit? Nu mai țin minte, 0,36 mă țin. Regretați pentru ce s-a întâmplat? Da, foarte. Chiar și la volan să ne gândim cu cine suntem în spate, cu cine ducem în alături. Dumneavoastră cum ați ajuns aici? Cum a fost? Cum s-a întâmplat? Am rămas fără permis pe conducere. Ați consumat alcool? Da. Cât de mult? Nu mai țin minte, asta a fost practic 4 ani în urmă. Regretați pentru ce aici? Sigur, sigur. Cât timp nu aveți dreptul să mergeți la volan? Deja terminul a trecut, acum trebuie să trec această sesiune ca să îmi recuperez permisul. Согласно недавним поправкам, у пьяных водителей немедленно отбирают права. Штрафы заменили неоплачиваемым трудом на благо общества продолжительностью до 240 часов. А для восстановления прав надо пройти 12 сеансов, включая посещение морга и Института неотложной медицины. Срок приостановления или аннулирования водительских прав определяет суд.